Итак, ребятки, видео, приклад протестирован, видео отснято. Это 12-й сайги. Работает, он работает, но сильно не критикуйте меня по именно по стоечке, как я стоял и стрелял. Потому что все по ПХ было сделано. И извиняюсь сразу за испорченную, так сказать, природу. Это березка. Гонг отлетел, так он был как привязан к березе, растянут. И получилось так, что все картечи, все пули полетели в ствол березы. Извиняюсь сразу. Давайте посмотрим, как это все было. Сильно не критикуйте, ребят. Привет, ребята. Опять на нашем канале. Сегодня долгожданный тест приклада вот такого, который мы придумали. Будем тестировать разными патронами. Посмотрим. Кстати, сайга не стрелянная ни разу, как куплена. Будем тестировать, на каких патронах будет перезаряд, не будет перезаряда. Вот. Четыре вида патронов. Заряжаем в магазин. Так, первое это у нас пуля-стрела по одному патрону. Так. Следующее это картечь должна быть. Картечь 8,5. Следующая пуля Шарс Спорт С Техкрим. И первый азот это у нас дробь двушка, по-моему. Четыре. Так, сейчас камеру включу, извиняюсь. Так, въебалось, смотри. Ладно, он не снаряжен еще, патронник. Вот. Наушники одевай, да. Ну что, погнали? Улетела она. Стала на затворную задержку. Приклад сработал отлично. Но мы еще потестируем. Камера улетела. Потестируем сейчас с родным прикладом. Вот. Сами все видите. Отдачи. Ну, есть отдача, но не такая вообще по понтам. Вот. Потом поставим другой приклад, родной, пластмассовый. И еще раз выстрелим. Так, поставили приклад родной. Также все снаряжаем. Так, первый у нас картечь. Потом пуля. Потом пуля Шар Спорт С и дробь. Так. Так. Погнали. Смотрим, все заебись, работает, но отдача есть большая. Тот приклад лучше. Как-то так, короче, ребят. Подписываемся, не забываем ставить лайки. Всем удачи, всем пока.